Дзюдоисты Динамо Дмитров известны на всю страну. Воспитанники нашей школы Олимпийского резерва преуспевают на состязаниях самого разного уровня. Можно сказать, что в этом году соревновательный сезон только начинается, но наши спортсмены уже успели одержать крупные победы. Среди девчонок отличились Олеся Кравцова и Анна Петухова. Прошло ЦФО до 23 лет, вот, я стала там вторая. Прошло все нормально, ну, конкурентки были достойны, было немножечко сложновато, вот. Ну и в финале было тоже тяжело, вот, ну, так получилось, что проиграла. Как говорит сама Олеся, до победы ей немного не хватило сил. Обыкновенная усталость сыграла злую шутку с дзюдоисткой. Однако Аня Петухова не так сильно утомилась. Наоборот, она собрала всю себя и заняла первое место в своей весовой категории, одержав важнейшую победу, в первую очередь для самой себя. Там у меня была финальная схватка, это той из девочек, которая проигрывала всегда, но я ее выиграла в этот раз. 8 марта Олесю и Аню уже ждали на татами в столице Башкирии, где проходили всероссийские соревнования на призы общества «Динамо». Наши дзюдоистки стали призерами этих соревнований. У нас прошли соревнования в Уфе всероссийские, там я стала вторая. Было тяжеловато. Были соперницы те, которые я вообще не знала, они были новенькие. Вот. И было как-то, ну, когда ты выходишь и знаешь, какая соперница, ты знаешь ее борьбу. А когда ты выходишь, ну, не зная, кто это, ты не знаешь, надо подстраиваться. Олесе Кравцовой пришлось нелегко. Прошлая усталость еще до конца не ушла. Секретов экспресс-восстановления нет. Но девушка взяла себя в руки и вышла на татами, а затем увезла домой бронзовую медаль. Для меня они прошли немножечко тяжеловато, вот, потому что мы сразу с ЦФО в Уфу, там у нас отдыха было буквально 4 дня, вот, но было тяжело. Я еще болела в этот период. Среди юниоров на первенстве Центрального федерального округа верхние ступени пьедестала почета разделили сразу два воспитанника «Динамо» Дмитров – Кирилл Брежнев и Владимир Кравцов. Вот, ну, схватки проходили более-менее, ну, как нормально. Единственная одна встреча была напряженная за выход в финал. Мальчик тоже опытный, сборной России был. Вот, ну, как бы выиграл и вышел в финал, где встретился с нашим же мальчиком с зала, с Вовой Кравцовым. Вот, и занял первое место. Ну, на самом деле необычно, потому что вроде бы ты знаешь каждое движение, каждый бросок, каждый подворот, потому что в зале с ним каждый день борешься. И на соревнованиях это... Я не знаю, как это словами передать, но на самом деле очень тяжело. В борьбе, как бы, ну... Друг друга знаешь и так осторожничаешь. Вот, так что, ну, таких, каких-то сверхприемов там нет. Каждый знает, что будет одно другое делать, и как бы все осторожничают. Вот, и я ему в финале уступил. Я думаю, что не хватило немножко скорости. Вот, если больше бы двигался, то, может быть, смог бы выиграть. Третье место на первенстве Центрального федерального округа весовой категории до 73 килограммов занял Никита Данилкин. Боролся я 5 встреч. 4 из них выиграл и одну проиграл. Какая встреча была самая сложная и почему? За выход в финал. Парнишка попался более мощненький. Мне не хватало весу. У меня немного недовес в моей категории. Тренерский состав «Динамо» Дмитров результатами своих воспитанников доволен. Ну, ребят нас порадовали. В принципе, мы так же и рассчитывали, но молодцы. Мы из 7 весовых категорий, у нас 4 золотых медали, 2 финала, 100 килограмм, 81 у нас наши ребята оба, то есть первый и второй заняли, да. Вот, ну, это такой, получается, у нас 17 областей участвовало, и мы, можно сказать, одной школой забрали почти все ЦФО. Владимир Кравцов заработал еще одну награду. Первое место на спартакиаде Московской области по дзюдо, которая прошла 19 марта в Орехово-Зуево. Это, получается, была спартакиада среди молодежи. Вот. До 21 года. И только первый номер отбирается на первенство ЦФО. Оно тоже спартакиадное. Вот. Из ЦФО тоже только один номер. Первый отбирается на Россию. Тоже спартакиадное. Вот. Было у меня 3 встречи. Боролся весь 100 килограмм, вот, легко не было, вот, каждая встреча была тяжелая, но мы справились и победили. В
Впереди у каждого из этих спортсменов новые важные старты. У кого-то подготовка уже в стадии подводки к соревнованиям. Кто-то активно набирает форму. Вот, впереди у нас первенство России среди юниоров в Армавире. Вот, туда у нас отобралось 5 человек. Тоже у нас там 3 победителя Центрального федерального округа. Тоже на них рассчитываем. Это вот Дмитрий Котельников, Эдуард Салапон. Вот, и Владимир Кравцов. Это получается у нас 60, 73 и 100 килограмм. То есть такой тоже, это отбор на первенство мира и Европы. Надеемся, что у нас ребята отберутся, попадут в сборную страны, в сборную команду России и попытаемся, так сказать, поучаствовать в первенстве Европы или мира. Аня и Олеся, вот мастера спорта, скажем так, вот, мы тоже очень сильно на них рассчитываем, потому что, в принципе, они тоже чемпионки взрослого чемпионата ЦФО. Вот, в принципе, прошли все этапы. Так что вот Олеся у нас поедет, кстати, 11 апреля. Она у нас будет выступать на первенстве России в Санкт-Петербурге. Это тоже первенство России до 21 года. А Аня у нас вот сейчас тоже, да, вот, выиграла чемпионат ЦФО до 23 лет, будет участвовать у нас первенство России до 23 лет, но, к сожалению, у нас пока еще дата этого соревнования неизвестна. Пожелаем нашим дзюдоистам удачи и как минимум призовые места на всех первенствах России.